Аварийно-спасательные работы на шахте имени Костенко ведут непрерывно, сообщили в МЧС. Силы горно-спасателей сконцентрированы на поисках шахтеров. Работы осложнены отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок. К некоторым нет доступа, они затоплены. Отмечается также наличие множества разрушенных механизмов и сооружений. Работы ведутся посменно, по 4 отделения круглосуточно в районе 2 добычных участков. Газовая обстановка в норме, видимых очагов горения нет.